В Иркутской области создадут рабочую группу по вопросам экологии при модернизации БАМа и Транссиба. В частности, она будет рассматривать вопросы вырубки леса. В группу, помимо представителей правительства региона и железнодорожников, войдут ученые, общественники и экологи. Такое решение приняли на заседании в местном Кабмине. Его участники обсудили также проект меморандума о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды между Иркутской областью и РЖД. Сейчас на 18 объектах инфраструктуры Восточно-Сибирской магистрали, которые входят в центральную экологическую зону, идут строительно-монтажные работы. По словам начальника дороги Василия Фролова, не всегда эти участки содержат лесные массивы и требуют вырубки. Мы, безусловно, будем проходить и технические, и экологические экспертизы, общественные слушания по этим объектам. И ни о каких массовых вырубках леса речь не идет. Каждый отвод земли будет индивидуально рассматриваться правительством Российской Федерации и приниматься по ним решения.